Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, и что это у нас тут? Слишком много писем. 10 жетонов мне дали. Обратная связь. Что случилось? Какой-то... А, Черная Пятница. Карнавал открыт. Дорогой игрок, в эту Черную Пятницу запускается карнавал. Угу. Пожалуйста, забери свой реверт. ГМ-почта. Ну что ж, спасибо большое. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, ну это все понятно. Это стандарт. Оу. Значит, мне дали 10 монет, точнее 10 жетонов для, естественно, ребята, элитной рулетки. Это хорошо, это меня радует. Так, сегодня я, знаете, что хочу сделать, ребят? Долго я к этому шел, но наконец-то я пришел. Помните, я хотел апнуть кэрри. Так вот, сегодня этот момент настал. Так, ну что же, поехали. У меня вроде бы всего хватает, так что нечего, как говорится, сопли на кулак наматывать. Будем все это с вами делать. А ну-ка, да, ребята, вот он, красавец. Выбирай, что ты делаешь. Давай вот так вот. Вот так. Да, вот эту я, ребята, вчера сделал. Аллелию. Так, погоди-ка секунду. А, все нормально, все нормально. И вот этого я вчера добыл. У меня не хватало троих пятизвездочных героев. У меня было только два. Вот этого вчера с рулетки достал. И, как говорится, сегодня мы его синтезируем. Да, наконец-то он у меня получает шестую звезду. Ну что же, давайте, ребят, теперь, наверное, попризываем здесь немножечко. Посмотрим, что нам здесь достанется. Хотя, что тут может нам вообще достаться? Естественно, одна звезда. Давай бесплатно вот этот вот героический призыв. Понятно, как всегда, ерунда. Слушайте, давайте посмотрим, что у нас тут вообще. Так, ну, пирог, это понятно. Это все тоже понятно. Ага, здесь ничего такого, ребята... не появилось. Вот только VIP. То есть, я так понимаю, расценки упали, да? То есть, я могу в себе взять Вейсу за 1000 гемов? Ага, тут нужен VIP 5, VIP 6, VIP 7. Ёлки-палки. У кого VIP 13, ребят, я представляю, он вот это вот все может абсолютно взять. Так, ну что же, я думаю, что за 1000 Вейсу надо брать. Потом ее можно будет проапать. Ну, стопудово она пойдет же на этот. Нужен будет дубль или не надо будет? Что-то я, честно говоря, не знаю, ребят. Ну, мы посмотрим это с вами. Так, а тут-то у нас что такое? Черная Пятница, карнавал, вот. И интегралы, за что? За одно очко чего? Использование орба? Понятно, нифига. Артефактик, да? Поцелуй призрака называется. Блин, вот это прикольно. Ну это нужно 150. Так, ивент призывов. Ага, понятно. Тут тоже и чудо-след героя. Это получить два блестящих героя. В общем, радует, ребята. Это радует все, конечно. Надо будет выполнять, но я не знаю, ребята, будет ли у нас на это время, по крайней мере, у меня. Но я постараюсь хоть что-то сделать. Так, я думаю, что я правильно сделал, что Вейсу купил за 1000 гемов. Так, давайте мы посмотрим, все эти сундучки вскроем. Кстати, тут вон кусок от этого идет, от кожи, да? Эх, так, фрагмент кожи. Ну, давайте вначале мы сделаем с вами рейд, зачистим здесь все. И если что-то останется, конечно же, мы с вами пойдем за этим куском. Так. Зачистили. Причем довольно успешно. Теперь у нас остается еще босс. Так, помогать. Кто у нас тут? 122 уровень. Валли. Давай, Валли, помогай. Правда, всего лишь одна попытка у нас. Посмотрим, сколько здоровья. Может быть... И... Ну, должны, по идее, справиться. Ладно, давайте по одному будем с вами делать ходу. Ну, не надо только вот это вот. Все, мы его победили. И хотелось бы, конечно, здесь вот этих вот чудиков бомбануть. Две заходки всего, ребята. Либо-либо. Нифига не получилось, да? Совсем немножко осталось у них здоровья. Не справились мы.
Жаль, хотя... Ну да, я все забрал, там все нарциссы, все цветочки. Обидно, обидно, конечно. Ни одного не осталось, ни одного абсолютно, ребят. Эх, печалька. Ну что, пойдемте сейчас заберем, наверное, с компании лут, который у нас там уже насобирался, я больше чем уверен. Так, получить. Ага, два пирога, всего два пирога, что так мало-то? Отряд. Ну, естественно, в отряд мы с вами обратно забираем Кэрри. Сохранить, и его, кстати, нужно одеть. Он же у меня, по-моему, не одетый, так ведь? Так, секунду. Давай, одевай все свое снаряжение обратно. А что, получается, когда мы его проапали, придется опять заново открывать вот этот вот камень ему. Зашибись. И все заново, ребят, прокачиваем. Угу. Сейчас опять все деньги спущу здесь. Угу. Как до этого и было у нас. Ну, не знаю, ребят, вы мне пишите свои комментарии. Хорош, нехорош, с какой его пачкой лучше брать. Так, что вы мне тут показываете? У меня все нормально. Эволюция идет. Так, хватит мне до соточки, я сомневаюсь. А хотелось бы. Хотелось бы мне прокачать статус. Статус, да-да-да, статус у нас нормуль. Нехватка золота, вот и все. Нехватка золота, давайте откроем ему камень. Сколько у нас там, кстати, этой пыли-то видовской? 24 тысячи, ну давай, погнали повышать. Я как понял, ребята, ему опять золота не хватает. Ему нужно раскачивать все на крит, насколько я помню. Так, здесь мы забираем. Это у нас за босса. Так, в таверне у нас должны быть новые задания, да? Задания есть. Давайте обновляться тогда. Так, я вижу пятизвездочное задание. Давайте, наверное, его закажем. Ладно, ребят, я соглашаюсь. Иначе я действительно сейчас просто-напросто здесь солью все кристаллы. И вместо того, чтобы заработать, у меня получится, наоборот, слив. Давай вот здесь вот обновим, конечно же. С одной звездой я не вижу, но давай вот так вот сделаем. Так, ну что, я предлагаю с вами сходить на рулетку и попробовать испытать, как говорится, нашу удачу. Сейчас вначале я в гильдию забегу, быстренько тут гляну. Так, ну, в рейд я, по-моему, ходил, откат еще не сделался. Да, 2 часа 22 минуты. Понятно. Так, в мельницу. Принимаем заказ. Ага, это мы получили. Давай новый сразу же запустим. Все, отлично. Так, и что у нас дальше-то, по идее? Да, дай выйти-то, елки-палки, уже не выпускает. Так, свободный остров у нас не открыт. У нас испытание храбреца открылось, да? Значит, надо будет на него сходить обязательно. Но вначале пойдем и покрутим. Опачки, ребята, а может быть нам повезет, хотя я сомневаюсь, чтобы Валентин вот так вот нам легко достался. Естественно, нам будут доставаться сейчас свитки. Все, что угодно, кроме Вали. Вот поверьте мне. Опять свиток. Ё-моё. Ну, ну удача, ну где ты? Ну, фортуна, ё-моё. А давай вот так вот сделаем. Хопа. Ну, конечно. Балалайчика, ребята. Не повезло, да... А хотелось бы мне очень сильно Валентина выиграть, но не судьба, ребят, как видите. Что ж поделаешь. Так, получи 80 персонажей пятизвездочных. Получил. 500 брюликов дали, нормуль. Так, ну что, пойдем посмотрим, наверное, вот здесь вот. Пирог у нас есть на один, давай. А, нужно 9, а у нас 8. Не хватает, к сожалению, ребят. Так, ну что, мне осталось еще... Две курочки получить, да, рождественские. И все у нас будет хорошо. Так, у нас... Что такое левел? Какая-то черная карта, да? Странная замануха. VIP. Ну да. Кстати, а вот это вот можно было бы купить. Я думаю, что это выгодно, ребят, смотрите. 6 призовов плюс 10 этих. Так, а вот это вот даже не знаю. Блин, почему у меня не VIP 4, а, ребят?
Или даже не пятый, ё-моё, вот пятый был бы. А лучше вообще, конечно, был 13-й. Тут я представляю, что можно было бы вытянуть элитные карты на свет, на тень, ё-моё. Так, ну что, 30 интегралов. Слушайте, я думаю, что вот это было бы хорошо, призвать вот такого чувачка Эво. И вот этот артефакт тоже бы не помешал бы мне. А вот что здесь за призов? 50, 10 интегралов, 50. Ладно, ребят, у нас еще есть с вами кристалл. Давайте призовем. Ну, только я не знаю, кого и на что. Давай, наверное, на огонь. Ёлки-палки, кто нам Бария выпал? А я его недавно хотел, спрашивал у вас, стоит его покупать или нет. Мне сказали, что не стоит, и он мне взял и выпал здесь. Ладно, думаю, что он куда-нибудь досгодится, куда-нибудь на кормежку кому-нибудь. Так, давайте мы его, наверное, заберем. Призвать. Все, хорошо. Ну и что, давайте, наверное, мы пойдем сюда, или мы не можем? А, нам нужен 100-й уровень, до сих пор еще не получили мы, к сожалению. Не могу я продвинуться. В башне забвения, кстати, тоже как был в этой тупиковой ситуации, так и остался. А может быть, нам попробовать взять кэрри? Изменится что-нибудь, как думаете, а? Я вот почему-то думаю, что ни хрена не изменится. Но можно проверить. Че мы теряем? Ничего абсолютно не теряем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Началось, ребят. Ну вот как вот можно здесь драться, я не знаю. Просто распилили. И даже не поморщились. Нет, никакого, ребята, шанса нету. Хорошо, тогда поехали на дирижабль. Испытания будем проходить с вами. Так, первый этап. Выбираем, значит, так, так. Вейса. Слушайте, а может быть, нам вот так вот лучше сделать? Вейсу уже убрать. Ой, не Вейсу, а норму. И вот выставлять уже реально нормальных ребятулек. Вот такую пачку, я думаю, нормально. Давайте проверим. Только Джаггера мы, наверное, поставим все-таки первым. Вот так вот сделаем. Ну и, соответственно, конечно же, будем вызывать своего оборотня. Поехали. Посмотрим. Ну. Хотя, мне кажется, даже было бы неплохо взять кэрри в эту пачку. Ну ладно, все еще впереди, посмотрим. Может быть, потом у нас все это прокатит. А сейчас будем пока так драться. Бомбим далее, короче. Ну что, сегодня, я считаю, ребята, сделал кэрри, да? В баре этого вызвал. А вот Валентина, к сожалению, с рулетки не получилось. Ну и фиг с ним, да? Не повезло сейчас, повезет потом. Я больше уверен. Главное, что у нас сейчас идут ивенты, и нужно как-то успеть их сделать. Все, конечно, вряд ли я пройду, но какую-то часть, да. Так, поехали далее. Ну, смотрите, Вейса пятизвездочная, что нам досталось. Это же тоже хорошо, в принципе, да? Я, правда, не знаю, для того, чтобы апать. А, ну, в принципе, да, она пойдет сама же себе на корм. Там же, по-моему, нужно, сколько? 4, да, 4 пятизвездочных героя. Вот как раз Вейса туда и в слив этот пойдет. Так, ну что, давайте бомбить. Айден здесь. Ну давай, тут какая-то, знаете, колода нежити. Все, сплавились. А мы с вами двигаемся дальше. Давненько, ребята, давненько мы не делали. Хотя видосики я снимал, но мне почему-то так было их лень выкладывать. Мне казалось, что это как-то глупо, и там ничего хорошего не было. Ну как обычно, ребята, повседневочка, да? Так же ходим, так же деремся. Вот. Если вам это нужно, вы мне напишите в комментариях. Конечно же, я тогда буду выкладывать. А то фиг его знает. Может быть, я думаю, что-то глупо, а кому-то может быть интересно. Так, ну что, давай. Сейчас, блин, вот я хотел, конечно, вот этого персонажа себе тоже. Говорят, он неплохой. Даже очень неплохой. Слушайте, ну пока вроде бы неплохо тут. Смотрите, идем. Сейчас уже практически подходим к такому месту, где будет конкретно заваруха. Так, вот этот вот персонаж тьмы. Блин, он бесявый. Хорошо, мы успели его разобрать.
Ну, это еще, извините меня, только был 8-й этап. Мы сейчас переходим на 9-й. Поехали. Кстати, я вот думаю, на Миража, наверное, не стоит, да, надевать кожу. Все равно он бесполезный и пойдет на корм. Ай, сейчас кросса завалят, блин. Упал, ёпрсеты. Нифига вжарили, это что такое сейчас было, ребят? Это что сейчас такое было, я не понял. Слушайте, мне надо кого-то брать. Ну хорошо, что у меня есть, как говорится, запас, да. И мы можем с вами здесь выбрать. Так, для этого у нас пойдет кто? Придется брать норму. Мы возьмем с вами норму. И норму придется... Сейчас, секунду, ребят, мы сделаем вот так вот. Норма. Данте. Вейса. Потом мы возьмем с вами Кэрри. Кэрри, правда, 103 уровня, блин, фигово. Кого еще-то взять? Ёлки-палки, у меня и персонажа-то не осталось. Вот это жесть. Два Эйдена возьмем и Геру. Пока больше некого, ребят. Ёлки-палки, да. Вот это мы оплошали с вами. Так, ну что, я думаю, что норма пока тут выстоит хоть маленечко-то. Да, за счет змеи. А почему вот, интересно, у врага змея копится быстрее? Она за счет чего? За счет крит урона набирает буст или как? Ой, один всего вражина. Сейчас мы его по-быренькому разберем, заодно и отхилимся, да? Если успеем. Нет, не успели. Ну, все равно легко. Так, двигаемся с вами дальше. 12 уровень. Опять один? Что такое? Что с ним случилось? Где остальные все пачки? Наверное, я думаю, в конце меня ждет, как всегда, самое прекрасное, да? Самое прекрасное и невозможное. Ну да, смотрите, ребята, свет, тьма, лутец с двумя звездами. Ну, нормально, короче. Сейчас меня здесь и положат. Чувствую я, блин. Тем более это тьма. Убийца. У него, кстати, смотрите, убийца, убийца. Слушай, ну они спекаются потихоньку. Может быть, все-таки за рулем? А? Как вы думаете? Вау. Вот так вот, змейка сделала, как говорится, свое дело. И очень хорошо. Так, ну что же, предпоследняя миссия. Здесь кто? Ну, ничего страшного я здесь не вижу, ребята. Думаю, мы с вами справимся. А вот эту, я не знаю, что это за персонаж такой у нас. Ну, это же не Тейлор. Тейлор! А нафига он, интересно, ее так пропал? Неужели такой классный персонаж-то, ё-моё. Опс, тихо, 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 кальмар, не надо превращать никого тут в камень, пожалуйста. Ну, вот так вот, змейка просто пыхнула, и все упали. Ребят, мы с вами дошли до последнего этапа, 15-й, и смотрим, кто здесь. Угу, 160-й, ёпрсете, 140-й, тут 160-й, тут 150-й, не знаю, ребята. Хм. Мы в разы слабее этой компашки, в разы. Как сейчас это все будет, я ума не приложу. Кальмар. Бат. Зачем-то здесь. Слушайте, ну я не знаю, это какая-то, видимо, пробная у него была компашка. Он поставил, смотрите, он проигрывает просто. Сейчас упадут. Ну что же, для нас это только хорошо, потому что мы с вами прошли полностью испытания. Естественно, мы сейчас забираем все сундучки, вскрываем, получаем полностью весь лут. Сколько там, 950 чешуи. Да, и 750к золотых. Отлично. В общем, не зря мы сегодня сходили. Не зря повоевали. Так, в башню. Не знаю, ребята, что в башне делать. Как там? Так, секунду, вот здесь я тоже должен забрать. Да, пускай их мало, но я должен их обязательно забрать. Так, рейд 2, давайте мне 20, сколько там, 26. Слушайте, кстати, сколько нужно для того, чтобы что-то тут приобрести? Я вот не помню, посмотрим. Так, у меня, считай, 2000, а самая минималка идет от 6000. Блин, копить, копить. Копить еще и копить. Ну, а воевать, естественно, ребята, бесполезно. Я вот пытался, во-первых, смотрите, каких-то героев дают, которые у меня просто не прокачанные. Я не наберу мощь отряда, которую нужно. Зачем так делается, ума не приложу. Так, ну что мы еще с вами можем здесь замутить? Так, давай призовем. Посмотрим, кто нам здесь выпадет. Четырехзвездочный персонаж. Ну, это какой-то скелет. Никчемный. Так, и
Получается, наверное, что все, да, ребят, сегодня. На сегодня у нас, получается, все дела сделаны. Так, здесь у нас ничегошеньки хорошего нету. Кстати, надо нам, знаете что, определиться, кого следующим апать. Как вы думаете? Ну, видите, у меня нет дублей. Ты смотри-ка, я могу этого скелета, зомби вот этого вот, апнуть. Слушайте, а в принципе, почему бы и нет, да? Давайте сделаем. Во-первых, я немножко себе инвентарь почищу. Это первое. Во-вторых, получу какие-то там призики. Ну и в-третьих, избавлюсь от всякого хлама синтезирования. А он у меня потом, мало ли, пойдет куда-нибудь. На кормежку куда-нибудь, да? Вполне. Почему бы и нет? Ну вот, хорошо. Да, хорошо-то хорошо, но мы с вами так и не определились. Смотрим. Смотрите, я могу... Кто ты такая, девочка? Сайла. Ребят, я могу Сайлу поднять до 5 звезд. Или же вот этого вот наставника времени до 5 звезд. Я не знаю, кто тут на корм нужен. Давайте посмотрим, кто Вале идет на корм. К сожалению, не те персонажи, которые у меня есть. Угу. Так. А я не могу понять, мы что, можем еще сделать одного персонажа, нет? Мы можем еще сделать одного персонажа 6-звездочного. Только нужно ли нам? Нет, не можем, у нас не хватает вот этого вот 5-звездочного. Вот как раз мы его можем и сделать. Только опять же, смысл есть Эмили нам поднимать или нету? Опять же, ребята, жду от вас адекватных комментариев по этому поводу. Если стоит, то я, конечно же, ее сделаю. Так, здесь у нас больше никого нету. Кэрри был последним. На Кросса, естественно, ребята, нету дубля. Так бы обязательно бы тоже сделал бы. И, в принципе, все. На Данте тоже пока нету. Их можно даже хотя бы просто, если бы у меня были бы, просто делать героев 5-звездочных для того, чтобы их прокачивать, моих главных персонажей. Там же нужен корм. Если вот смотреть, да, например, Данте, чтобы его приподнять по уровню, нужно 4 героя 5-звездочных. То есть вы понимаете, да, ну вот Барри есть, но это один. Нужно еще 3, и тогда мы сможем поднять его до 2 звезд. В идеале вообще тут 4. Пробудить, короче, его. Так что, ребятушки, пишите, я буду очень-очень ждать от вас хороших комментов, как можно что-то улучшить в моей пачке или настроить. Ну а пока все. Хотя подожди-ка, все, мы же можем с вами покрутить рулетку. Можем же? Можем, вполне. Так, а если мы обновим, кто нам тут? Ну давай попробуем вот так вот сделать. Разочек, как говорится, крутанем. Ну, вот смотрите, видите, 4-звездочный лесовичок нам выпал. Ну, хотелось бы, чтобы вот этот, конечно, фейм. Это было бы в разы лучше, потому что бы мне осталось потом еще 2 персонажей 5-звездочных на огонь. И Данте бы у нас бы уже был увеличен. Так, ладно, призовем. Так, а задание-то, что у нас задание-то? Подождите, ребята, мы... С вами позанимались всем чем угодно, а задание-то выполнять кто будет? Вася, что ли? Надо же все это делать, ё-моё. 5 сердечек подарить друзьям. Как же это так, я мог забыть это? Не, ребятушки, так дело не пойдет. Рейд выполнить, босса кому-то помочь завалить. Надо же взаимовыручкой заниматься-то, ребят. Мне вон сколько помогают. И там, и сям. Так что надо обязательно тоже этим делом заниматься. Так, выполнить 2 задания таверны. Слушайте, я разве не выполнял? Ну, давайте тогда вот это, например, ускорим. И сделаем еще. Так, подожди, где у нас на... Что, у нас больше нету на брюлике, что ли? Блин. Ну, давай это сделаем. Хорошо. Так, все.
здесь мы получаем, изготовить 3 снаряжения. Вот это вот самое вот противное, изготавливать 3 снаряжения. Деньги тратим в никуда просто-напросто. Все, что мы здесь делаем, это такой бред. Раньше я делал, я думал, что это нормально, но, видите, это было раньше. Так, надо сапоги продать, тут столько у меня накопилось их. Можно как-нибудь вообще один, вот, просто... Давай так вот, единичка. Я же говорю, единичка. Вот, да не 11, епарасеты, вот так вот. Изготовить. Ну... Все, отлично, ребята, забираем задание выполненное. Так, сразиться на арене 3 раза. Ну, это вообще легкотня. Так, ареночка, погнали. Первый бой сделали. Давай второй сразу же. Моментально замутим. Тик-така завалили, да? И третий, последний у нас. Все, замечательно. Там осталось у нас, по-моему, парочка заданий. Это... Ага, вот, рейд. Самое-то основное, это ё-моё. Давай-ка рейд сделаем по-быренькому. 150к, маловато будет. Вообще жидко. Жидко. Я не согласен на такое. Так, хорошо, давай попробуем здесь. Может быть, с душами повезет. Ага, повезет. Нифига, ребят, как-то... Не хотит. Не хотит она мне помогать. Игруля-то встала в позу и сказала: успокойся. Давай здесь, может быть. Во, здесь пошло вроде. И опять мимо. Так, ну главное, что мы сделали. Что у нас тут опять? Ага, 80 брюликов мы заработали. Так, получить. Ну и собрать. Что у нас тут? 3 награды еще. Ну это вообще проще парень на реп, ребят. Проще парина репы. Как говорится, раз есть. Давай, 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 не тупи. 2 и 3. Все. Забираем 120 брюлей. Плюс 80, ну нормально, короче, сегодня. Я же сказал, забираем. Вот, теперь у нас все собрато. Все сделано. И можно, как говорится, со спокойной душой ложиться баньки, да? Так, ну-ка давай-ка, кого тут? Ага, нормуль. А здесь скелетушка выпал. Так. Ну что, ребятушки, всем, как говорится, удачи. Пускай вам фортуна улыбнется на эту, как говорится, черную пятницу. Будем, как говорится, кулачки за вас держать. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.